Нормотворчество, законодательные инициативы, исполнение наказов избирателей. В ходе работы сессии депутатский корпус Бендер подвел итоги работы за 2023 год. Главные итоги в отчете председателя и постоянных депутатских комиссий. 10 заседаний сессии, около 400 принятых решений, 22 президиума, на которых рассмотрено около 130 вопросов. От рассмотрения финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и взаимодействия с правоохранительными органами до контроля за уборкой городских улиц, организация безопасности на городских муниципальных объектов, качество ремонта городских дорог, выявление и определение использования бесхозных объектов и другие. Тематика рассматриваемых депутатским корпусом вопросов с каждым годом растет. Консолидированная работа дает свои результаты. От общей слаженной работы напрямую зависит функционирование всех сфер жизнедеятельности города, его развитие и благополучие наших граждан. Это и есть тот главный результат, ради которого мы работаем. Разработка законодательных инициатив. В 2023-м их было 14. Это вдвое больше, чем в предыдущем. Новые законопроекты инициировали практически в каждой постоянной депутатской комиссии. В Бендерском городском совете их 5. Депутаты работали и на своих избирательных округах. Важный аспект – наказы избирателей. Здесь разрабатывали новые подходы и находили оптимальные решения. И так в каждой сфере. Работа городского совета и президиума напрямую зависит от эффективности работы 5 профильных комиссий. Всего в 2023 году на заседаниях постоянной депутатской комиссии было рассмотрено на 10% больше, чем в 2022 году. Работали над бюджетом, анализировали и принимали городские программы развития. Экономика, сектор ЖКХ, социальная сфера. В городе их около 20. Среди важных законодательных инициатив – закон об ответственном обращении с собаками в Приднестровской Молдавской Республике, разработка нового механизма выявления и постановки на учет выморочного имущества. Главные достижения и итоги в отчетах депутатских комиссий. Нашей комиссии были предоставлены около 20 вопросов, достаточно разнообразные, но один из, наверное, самых важных – это тот вопрос, связанный с выморочным имуществом. Благодаря работе, которая проводится с выморочным имуществом, муниципальный жилой фонд пополнился за прошлый год 10 квартирами. Это те жилые единицы, которые впоследствии могут быть представлены также и очередникам. По инициативе Бендерского городского совета разработан реестр историко-культурных объектов города. Впервые в республике. С этого года у каждого памятника есть балансодержатель. Сохранить историю – одно из направлений деятельности депутатского корпуса Бендер. Депутаты не только участвуют в социальных, культурных, патриотических мероприятиях на уровне города и республики. Зачастую они инициируют их на всевозможных площадках. К слову, один из конкурсов посвящен 80-летию Яско-Кишиневской операции. В нем примут участие школьники из Приднестровья и стран постсоветского пространства. Работать на перспективу и видеть результат – главные цели большой общей плановой работы.